бегала. А теперь вот даже выйти на улицу не могу. Жительница села Сухобузимская Лидия Шелопугина бережно разглядывает листочки выращенной ей рассады. Это одно из немногих занятий, которое ей доступно. В 2010 году она перенесла инсульт, и после этого вся ее судьба перевернулась. Парализованные руки и ноги с трудом восстанавливаются. Лидия Павловна может потихоньку передвигаться на ходунках, но очень недолго. По линии соцзащиты ей выделили инвалидную коляску, но она женщине не подошла. Не могу на ней совсем. Эта рука, да я и боюсь, вдруг думаю, тут у нас нигде такого нету, чтобы ехать-то можно было. Помочь женщине некому. Один ее сын умер, второй отбывает наказание в местах не столь отдаленных. Бывшая невестка и взрослая внучка тоже не спешат на помощь. Лидия Павловна говорит, ей бы специальную коляску с электронным управлением. Тогда ей бы не приходилось все время сидеть дома. Я бы сама села, поехала куда-нибудь. Мне вот на кладбище к Сереже надо. Он в 13-м году у меня умер. 49 лет всего было. Если вы готовы помочь Лидии Шелопугиной и приобрести инвалидную коляску с электроприводом, можете позвонить ей лично. Номер телефона сейчас на ваших экранах. Анна Московских, Андрей Крупнов. Новости.